Гомельскі завод «Літія Енермалі» буйнує предприємство, де зараз працює більше як 4 тисячі чоловік. Витворчість зв'язана з певними шкодними факторами, які можуть негативним чином впливати на здоров'я людей. На предприємстві розпрацьована спеціальна програма, у якої означені основні накірунки створення безпечних умов праці. До прикладу, на Зліні є пожарне депо. За ситуації круглосуточно сочать врятувальники. Амаль щотиждень проходять і мобільні перевірки. Кожного спеціаліста нечакано можуть перевірити на робочому місці на конт виконання правилов охови працы. Для тех, кто робит это бездокорно, предугледжены меры материального стимулирования. У нас стимулирование происходит, у нас есть и коллективное, значит, материальное поощрение. Если цех не допустил производственного травматизма, по итогам за год коллектив цеха и структурное подразделение получают премию. Як правило, городские дни охови працы проходят на предприятиях, где были зафиксованы несчастные выпадки. Злин, на жаль, не стал исключением. Два человека сёлета отримали травмы. Коли казать об агульной ситуации на городских предприятиях, то потерпели 13 человек. Зафиксованы 4 выпадки со смертным исходом. Надо работать более в средствах массовой информации. Возможно, что надо доходить до трудовых коллективов, значит, чтобы, к сожалению, более 50% это вины нанимателей, то есть производства нет, а есть вина, к сожалению, пострадавших самих. Колькасть несчастных выпадков на вытворчести у поравнания с минулым годом скоротилась. Однако, покуль они фиксуются, это подстава удосконаливать работу по створению безопасных умов. В первую чергу, каждому работнику треба памятать про особистую отказность за свое житье. Частей за все причинами трагедии становится бестурботность и неуважливость. Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».